книгам, как к вернувшимся друзьям, обратись воскресшую душою. Читатель, не забудь дорогу к нам. Так книги шепотом кричат, наверное, с полок. Библиотека – это все же храм. И путь, как храм, тернист и долог. Соперников у книги не счесть. Кино, театр, видео и магия. Зачем трудиться, отыскать, прочесть? Не в моде нынче рубаи и саги. Все мчится, грохает, орет и голосит, стучит на стыках, воет тормозами. А голос книги робок, скромен, тих, он слышен только в тишине читания. Читатель, забеги однажды в храм и удивись забытому покою. И к книгам, как к вернувшимся друзьям, обратись воскресшую душою.